Надеюсь, нас потом на выходе не убьют. А ты знаешь, биком вот так вот бежать, когда приедем. Так сказать, сколько лифтов будешь снимать? Два или все? Не надо болтать во время съемки, да, если не понравится. Да, да, я знаю. Просто ты сколько лифтов будешь снимать? Так. Лучше меня это. Новый уже работает. Бля, Чай вид сниму. А зачем? Это неинтересно. Ладно. Стой, подожди. А на каком этаже встретимся? На втором? Хорошо, наверное, второй. А, тут третий, тут нет второго. Стой, куда я? Я это сломал лифтинг. Он, может, наверное, просто не тянет ни одного. Хотел сказать, очень странно. Просто не тянет ни одного, скорее всего. А, мы на этом ехали уже. Что, оправить? Стой. Дай его снимал кабину, потом запомнил, окей? Да. Кажется, снова тут лифт едет. Что он становится на себе, нас ищут. Да вот, возможно, да. Хотя тут камер нету, типа она не может нас следить. Поэтому она так вот бегает. Если бы тут были камеры, она бы нас отследила, знаешь.
Вова приехал. Так. О, никого нет. А, да. Сорян. Последний лифт грузовой не работает. Управление первый. Заходит. Может, вы наверх отправили, потому что он сразу приедет, если на первый. Давай все-таки этот лифт снимем. Только вместе поедем, потому что он меня не тянет почему-то одного. Так то. Колесный. Ну, видимо. Не, ну вообще я вешу нормально. У меня как бы все лифты тянут, но этот почему-то едет. Я реально знаю. Скорее. Бежим? Да. Давай. Уж пофиг. Зачем тебе бегство? Пофиг, мне это челюзы уже. Всем пока, ставьте лайки. Сердце колотится на самом деле. Что вам помнится? Меня тоже. Все. Мы просто лифты снимали. Мы по крышам не ходили.